препарат пошел в кожную часть. Делала наша коллега, все хорошо, все нравится человеку, был такой запрос, но вот чуть-чуть нужно подрастворить вот эти гиалуроновые усики. Буду работать концентрацией, сначала на 3 мл развожу, сейчас, секунду. Вот наши 3000 единиц, гиалуронидаза, PB-серум, дрейн. Значит, развела на 3 мл, доберу сейчас 2 деления и к этим 2 делениям дотяну до 1 мл. Или 2 или 3 деления до 1 мл. И посмотрим через 7-8 минут, что получится. Иногда происходит вот такой характерный залом. Вот мы видим. Вот он виден. Вот. То есть мы убирать будем, начиная прямо с вот этой точки, заходя выше, естественно, этого места, чтобы препарат стек именно на кожную часть, но не попал на саму губу. Так. Нет. Так, значит, 2 вектора было сделано, прошло 5-7 минут. Вот. Сейчас до колонн мы не доходили, потому что человек хочет оставить. Но, возможно, вот еще 2 вектора совсем разведенным сделаем через 5 минут.